Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мурат Ниджат. Сегодня я вам покажу, как сделать такую женщину-невесту. Поехали! Для изготовления такого женщины-невесты вам понадобится всего лишь 10 деталей. Смотрите, посчитайте. Берем такую детальку из четырехсторонней и прикрепляем вот такими. Все стороны. Вот так. Потом берем такую детальку. Не обязательно четырехсторонней. Вы можете брать трехсторонней. Вот такой. У меня не было, я брал четырехсторонней. Берем эту детальку и скрепляем вот так. Потом руки. Не обязательно это у вас должно быть черное, вы можете коричневое или бежевое. Это волосы, не имеет разницы. Потом берем такую голову и скрепляем вот так. Потом вместе. Вот так. И получается женщина-невеста. Сделайте добрые дела. Пока. Обязательно подпишитесь. Пока-пока!